Они работают на передовой и ведут борьбу за каждую жизнь. В период пандемии огромная нагрузка легла на плечи медицинских работников. Некоторые жители нашей республики в знак благодарности решили поддержать людей, которые посвятили себя этому благородному делу. Подробности у Руслана Джукаева. В период пандемии новой коронавирусной инфекции врачи Карачаева-Черкесии делают огромную и важную работу. Вдали от своих семей и домашнего уюта они спасают в прямом смысле этого слова жизни людей. И в качестве благодарности за их труд один из ресторанов города Черкесска решил провести акцию – бесплатно осуществлять доставку комплексных обедов для медиков. Для врачей подготовили для их иммунитета сухофрукты и орешки. Здесь сейчас будем раскладывать салат. Мужской каприз, мясо по-турецки с картошкой, все калорийное. Организаторы акции убеждены, что люди, работающие в таких тяжелых для человеческого организма условиях, должны восполнять свои силы правильным питанием. Вместе со всероссийским штабом «Мы вместе» проводится много благотворительных акций в поддержку медиков и тех людей, которые нуждаются в помощи, как продовольственной, так и в лекарственной. Всероссийская акция «Мы вместе», которая уже два месяца как плодотворно реализуется, в том числе у нас в Карачаево-Черкесии. Добрые люди сегодня, вы видите, передают 4 комплекта компьютерной техники в госпиталь, который на основе городской больницы нашей открыт. Эта техника там пригодится, она необходима, это согласовано с врачами. И вы видели, что уже не первый день здесь готовят обеды для врачей и медперсонала госпиталя, который на основе туберкулезной больницы. Вместе с сотрудниками ресторана и с волонтерами мы поехали в ковид-диспансер, где передали горячий обед врачам, которые сегодня находятся на страже здоровья своих пациентов. На самом деле это очень приятно, когда замечают наш труд. Это подстегивает нас еще больше вкладываться в работу, когда наш труд не остается просто незамеченным. Мы очень благодарны всем, кто помогает нам с этим. Спасибо вам большое. Любая трудность – это повод объединиться и помочь друг другу. И эти акции – яркий тому пример. Руслан Джукаев, Роберт Джикутанов, Вести Карачаева-Черкесия.